Я пользуюсь приложением, ну, честно, прям точно даты не скажу, но, думаю, до года точно я пользуюсь им. В принципе, это удобно, потому что можно, не выходя из машины, оплатить парковку, и я могу быть зафиксированным, законопослушным гражданином с помощью приложения. Добавили сети парковки, но люди стесняются припарковаться где-то за шлагбаумом, потому что им кажется, это или дорого, или там какой-то дядька с дорогими номерами паркуется. Вот. Это для всех жителей, для любого контингента, возраста и социального положения.